Добро пожаловать на просмотр первого в этом году видео касаемое пикапа, а точнее новой информации об обновлении. В группе разработчика появился пост, в котором описаны новинки и собственно прикреплено два новых скриншота, вот один из них. Первое, что бросилось в глаза, так это то, что пикап грязный и что свойственно стекла не стали исключением. Мы видим, что есть область без грязи, а это значит, что с помощью дворников можно будет частично очистить лобовое стекло. И это не догадка, это так есть. Об этом сказал сам разработчик. Вы спросите, а что же делать со всем остальным? А вот тут будет очень интересное нововведение. Для того, чтобы помыть машину, нам понадобится ведро с водой и тряпка. Кстати, воду можно будет набрать на кухне дома. И я тут подумал, если теперь кран в раковине рабочий, то может и не обязательно утолять жажду с помощью воды из магазина, ведь она стоит денег. Сложно было не заметить, что у проселочной дороги появился рельеф и обновилась текстура. Это гораздо лучше той проселочной дороги, которая была раньше. Помимо этого, разработчик сообщил, что есть возможность в некоторых местах добавить ямки. И я считаю, что это было бы просто замечательно. Ну и небольшое дополнение к новостям. Вернули старые деревья, но по словам разработчика, он возможно добавит в настройках параметр, отвечающий за более детальные деревья в игре. Кстати, о новых модельках деревьев я говорил в этом видео. Ну и так, приятный бонус в конце видео. Разработчика зовут Кирилл. Говорят, уже многие об этом знают, но вдруг вы, как и я, не являлись одним из этих людей. На этом новости закончились. Встретимся в следующем видео или на стриме.